Ахаха. Короче, прихожу я на работу. Мои коллеги-мужчины обсуждают, а что будет, если заразить белый или синий, дорблю плесенью в другой сыр? Ну, у меня дома был этот сыр. Вот этот. Я, значит, его тут же завернула. Сейчас как раз 10 апреля. Вот. Мне кажется, 3 недели прошло, все-таки не 4. Вот, здесь нет абсолютно первородного сыра, а вся плесень, она перешла с бумажки. Вот, как на вкус, не знаю. Есть ли смысл так делать, тоже не знаю. Вот это российский сыр. Вот на нем также остаются следы. Вот такая плесень. Я ее съела. Запах потрясный, как будто бы проглотил шампиньоны. Ну, кстати, да. Кислоту сыра российского этот плесень как будто бы убрала. Вкус изменился. Всем спасибо. Принесу на работу, так и быть. За последствия не ручаюсь, если что. Я не при делах. Неумышленно.